Многонациональная семья Хан-Сирант на участок пришла одной из первых. Рассказывают, выборы не пропускают. Сегодня, как обычно, они в полном составе. Мама Лилия, папа Евгений и 6 будущих избирателей. 5 сыночков и лапочка-дочка. Глядя на нас, они тоже хотят голосовать и хотят, чтобы им быстрее, скорее исполнилось 18 лет. Вот, и они тоже имели право на свой голос. Родители признаются, для детей выборы президента – это настоящий праздник. Важно приучать подрастающее поколение принимать активное участие в общественной жизни страны. Очень охотно они бегут, они хотят сами галочку поставить. То есть они ждали этого дня, прям с нетерпением они переживают. Это мы строим свое будущее, все в наших руках. Поэтому каждый должен прийти и отдать свой голос своего кандидата. Несмотря на юный возраст, у ребят уже присутствует понимание процесса. Когда ты идешь на выборы, там надо быть умным, чтобы выбрать президента. Если кто-то не будет управлять страной, то, наверное, будет тут беспорядок. 15, 16 и 17 марта избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.